Всем большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. И сегодня будет видео Petit Robe Noire. Маленькое черное платье. Мне повезло, и моя любимая марка Lily Silk отправила мне маленькое черное шелковое платье. У Lily Silk в данный момент идет распродажа, идут акции. И вот такие маленькие черные платья вы можете купить из натурального шелка, 100% шелка, вы можете купить с большой скидкой. Поэтому я всех приглашаю посетить этот сайт. Загляните, в инфобоксе будут все ссылки и также будут все промокоды. Я заказала, у них есть несколько моделей, я заказала вот такую классическую совершенно модель. Это черный шелк и, не знаю, как его назвать, может быть просто платье-футляр. У него с ним идет черный лаковый поясок. Но я не знаю, буду ли я носить поясок или нет. Вот на заднем плане, если видите, несколько вариантов, я думаю, что черное, маленькое черное платье в данный момент можно обыгрывать по-разному. Оно может быть и коктейльным, и выходным, а также можно его обыграть даже на каждый день. Да-да, для кого-то это невозможно, но я считаю, что черное платьишко сегодня можно носить и с белыми кроссовками. Самое главное, как составить аутфит и как себя подавать. А потом уже вам решать, мои дорогие. Итак, мое черное шелковое платье, это уже не первое. Тот, кто смотрит меня постоянно, то знает, что я уже заказывала черное платье на сайте Lily Silk. И я обязательно оставлю сноску и здесь, и в инфобоксе на это видео. Не поленитесь, загляните и посмотрите. Я заказала его в размере L, и мои хорошие девчонки, к сожалению, оно мне большевато. Поэтому на данный момент не успела ушить, но, скорее всего, буду ушивать. Почему заказываю в размере L? Да, на сайте размеры не маломерят. Они, наоборот, даже как бы чуть-чуть больше мерят, я так скажу. Поэтому в следующий раз буду заказывать размер M. Но я всегда боюсь не пройти по груди. Поэтому обязательно смотрите все ссылки, смотрите все размеры. Все на сайте описано, все дано. Поэтому не ошибайтесь. Жаль ошибиться и получить шелковое платье, которое будет вам или малое, или большое. Первое платьишко было более такое креативное, более современное фасон, а второе более классическое. Поэтому с ним, наверное, будет побольше работы, я так считаю. То одел, оно с рукавчиками, и пошел. Здесь же нужно быть осторожной. Ну, давайте будем честными, не всем женщинам в возрасте идут такие модели. То есть, когда руки не в идеальном состоянии, то, наверное, лучше их прикрывать. Но я считаю, что небольшой пиджак, какая-то курточка, или не какая-то, а ваша, на выбор, плащ, пальто, красивый ремень, можно яркий, все зависит от того, какие аксессуары вы подберете. И это платье, оно заиграет по-новому. Ну вот, мои хорошие, надеюсь, что это видео вам было полезно, интересно. И самое главное, что вы заглянете на сайт и, может быть, найдете для себя что-то очень красивое, элегантное, потому что шелк – это всегда очень нежный, приятный материал к телу, который, наверное, на несколько ступеней возвышает женщину. Я думаю, что любая женщина любит носить шелк.
Если вы можете себе это позволить, то обязательно сделайте это. А я вас всех целую, обнимаю. И до новой встречи на моем канале. Ваша Светлана Франция. Подписывайтесь, сноски внизу. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там я Светлана Франц. И всем пока!